Смотрите на этого модника. Как он собрался, как все подобрал под цвет. Да, чтобы вы понимали, как бы зеленые очки под маечку, под штанишки, рубашечка, под кедики, все как нужно. Все, все, пошли, пошли. Ну, я просто мать молодец. Значит, приехали в торговый центр, а здесь холодно. У нас с собой только пищи нет. Поэтому я взяла кофту. Засунула сюда две сладкие ножки. Здесь вот эта дырка для головы. Самого его тоже засунула в кофту сюда. И все. Так вот сидит царь. Это тепло. Что-то не нравится, да? Буду взять. О, даже Давид знает, а мы не знаем. Да-да. Только вилочку не той стороной. Давай, подталкивай. Ура! Грузи. Грузи бульдозером на вилочку. Опа! И... На!